Здравствуйте! Интернет-магазин IntelToys.ru представляет настольную игру Alias Family в компактной версии. Это сокращенная версия популярной игры «Скажи иначе» для всей семьи. Ваша цель – объяснить слова с карточки синонимами, антонимами и образными выражениями. В комплекте 80 двусторонних карточек со словами и 20 карточек с заданиями. Игровое поле – это листок из специального блокнота, который выдается каждому игроку. Игрок зачеркивает карандашом столько кружочков полей, сколько слов было угадано. Если игрок объясняющий, то он отмечает свои ошибки на поле внизу страницы. Каждая ошибка – один квадрат. В таком случае продвижение игрока по полю происходит с учетом штрафных очков. Игрок объясняет слова одному человеку, партнеру. Он выбирается перед каждым этапом с помощью рулетки. Для ограничения времени в комплект входят песочные часы. Этап длится, пока песок в часах не закончится. На карточках, как и на игровом поле, слова пронумерованы от 1 до 8. Посмотрите, на каком кружочке вы находитесь, и объясняйте слова под этим номером. Специальные карточки с заданиями используются только между взрослыми. Чтобы пустить такую карточку в ход, нужно перед началом этапа снова покрутить рулетку. Если стрелка укажет на сектор с красным человечком, выполняйте задание. Кто победил? На игровом поле есть 5 пустых кружочков. Это финишная зона. Когда все игроки оказываются в ней, победителем становится тот, кто ближе всех подошел к центральному полю.